Народ, просыпаемся, давайте шустрее. Тебе вам еще ультрашибку ставить? Это жирно? Покушу. Привет. Кухните приступ баф, плиз. Так, Фокси пока Даларан. Далеко не уходишь. Трипека у нас будет лагать. Пойдет он, сдал челюсть.
аккуратно по стенке идем, трэш не цепляем. Слишком далеко. Не достаю. Слишком далеко. Слишком далеко. Нужно подойти поближе. Трасс не страдает. Зачем ты говоришь? Второй. Еще не готова. Yeah.
Так, дедлифт, пока в Долоран, дедлифт ставлю. Сейчас, поставлю портал, хоть мы сумоним. Космо в рэпсике будет? Да. Держу портальчик сразу. Космо в ретрике на боссе у нас, как вчера, Аляр, консерва, Five Dream в такой непоследовательности и танчит. Дальше. Void и убивастик взрывают сферы. Войт и убивастик взрывают сферы. А Войт не танчил, да, этого босса? Нет, что они сферу позорвали нормально. Кто спрашивал? Я? Ник твой какой? Расслабься. Танчил. Я-то расслабился, да, но ник-то твой какой? А у Ляра что-нибудь по шмоту изменилось вчерашнего дня? Интеллект, говорю, вставил. А чё танчить босса там? Чё надо? Супермозг или что? Или кату первую, или чё там надо? Супермозг, надо красиво взорвать сферу. Вот этим вы будете с убивастиками заниматься. Так, Войт, давай тогда ты... Как нам лучше сделать? Ты будешь первую, если что, ловить сразу. А, то есть сферы... Сложнее, чем босса, что ли, взрывать? Да. Как показала практика, вчера сложнее. Да я тупой тогда. Ты... Можно так, блять? Пусть кто-то поумнее хлопает. А вчера уже нахлопали, можно, не надо. Thank you.
чё, 6 человек, типа, 5 человек бьют, это нормально вообще? На самом деле, так, господа. Тимур шкаф поставил. Космос умолен. Давай. Так, вот, ты тогда первую сферку. А, слева, справа, по центру. Слева мы начинаем. Первая, вот первая вот, будет. Вот эту вот первую, получается, взрываете. Держи, я прыгаю. Ага. Вот тут первая, потом переходим центральная, и потом правая. Сейчас ставлю рыбку. К сопрот мы все, господа, у кого нет сопрота, ко мне обменку. Войт, Войт, а у тебя сколько сейчас сопрота одета на аркан? Ой, не знаю. Ну просто без проков трин всяких. 390. А Аляра, у тебя сколько? 415. Короче, 280 сапогов. Где много? 10 стаков танчил. 3 танка, эти 10 стаков нахер не нужны. Три танка по 5, по 6, нормально. По 7, по 8 они вчера стояли, нормально было. Господа, сопрот, все. Тася, Алиар, консерва, Favor Dream, правильно? Да, правильно. Да, все как вчера было. Все окей. Хилов, правда, у нас меньше, господа. Так, сопротик у всех есть. А есть сопротик? Обменочку, да? Я остановился про той. Татаем адмирал. Татаем. Ты мне на всякий случай напомни еще раз, я не помню, как там хлопать. Вот убивастик, он какой стоит? Вот тот средний тигель, да? Я вот тут. Нет, я вот тут. Вы, главное, самый первый, вы лопаете то, где будет стоять рейд. То есть мы здесь стоим, поэтому вы здесь лопаете первую сферу. Ага, подошел на подзарядку. Дальше он пойдет на средний, да? Ну ты лопаешь здесь одну первую, потом он второй раз дает опять-таки как сферу, лопаете здесь вторую. Вторую, третью может взорвать убивастик. Ты уже, получается, ждешь здесь. Две первые лопнул. После того, как второй раз они вылезла, ты здесь уже лопнул вторую, уходишь сразу на следующий тигель. МК на тотеме пека. Вот у тебя есть у нас шилы?
что надо четвертым, если пятым. Ну, есть как бы, а что это надо? Давай попробуем без него. Если они будут сейчас красиво это все дело взрывать, нормально периодичность, проблем быть не должен. Саня, адмирал тут. Погнали. Внимание! Вы подлежите уничтожению. В метку все РДД. Чуть ближе станьте. Блять, консерва. Что у нас там с напулами? Ой, народ, ну вначале пускай они возьмут, блять. Я, конечно, все понимаю, но это пиздец. Лёва, тебя напулили сейчас или что? Да. Я дал одно сокрушение. Одно, блядь, Дима, сокрушение. Одно на второе. Вопрос к Роге. Да-да. Давайте диван, давайте на срез. О, я тоже хочу быть Ого. Ты на маге научись играть. Так, чтобы не дохнуть постоянно. А Рог был здесь? Нет, не было. Его знаешь, что сделать? Ну типа вообще, что делать? Что, делаешь, что блядь, делает любой рог, когда пуляется босс? Вот что он делает? Наверное, он ремонтирует танка, правильно? Ну, я понял, но там просто порядок был другой. Я подумал, что что-то странное. Там был какой-то пал первый, танчик, потом вар, потом мишка. Не, я просто понял, здесь... почему сразу на варе был босс. Вот. Только это не понял. Так что два напула в варе, да? Ханты. Не, ну, я хотел, чтобы пал забрал, и я бы напулил. Там 5-10 секунд после пула босса, когда смотрите, уже его как... ставил Лиар, уже напул консервы. Я просто, подождите, быстро скажу. Ну, как вот у нас, по крайней мере, в гильдии здесь принято. Рок, вот именно Рок, вот с пула этого босса, он триксует танка самого первого, то бишь Алиара. Ханты дают время, и потом, чтобы консерва не упал по агру, напуливают в консерву. Вот. А потом вы уже по стакам смотрите и меняете танк. Вот у нас здесь просто так вот принято. Вам не объяснили, видимо. Я вообще понять вас не могу, что вы хотите. Что мы хотим? Меньше флуда хочу. Очень. Да, я хочу меньше флуда. Хочу честные выборы. Бабарику не зарегали. Тогда тебе в Африку. Там все честно. С митинг в Минске. То есть я должен напулить паладина, несмотря на то, что вы как бы на агроварила, когда он подводит его в дом. Смотри, первым у нас берет его паладин, ведет. Ты сдай сейчас Валиара. А надо сработать, пока я не ударю босса, а я его не ударю, пока он не вставит, не поставит. Ну, вот он поставит, возьмет, а ханты просто подожду с напулами и не будут их так рано отдавать. Спасибо. Демон. Тут.
подлежите уничтожению. Будет ближе, стань под танки, пацаны. Метку. Ближе по метке станьте. Серво подбивайте, стаков на нем. Вот эту сферу, которая первая, сразу же взрывает, вот где она появляется моментально. По метке. Ариар, дай на себя что-нибудь. Следи за Гром. Я слежу. Найс, два на пулу в консерва. Не надо сейчас консерва давать на пулу, на следующем танчит Five Dream. Уничтожение успешно завершено. Следующий на пулу дайте Five Dream. Вести? Да. Аккуратно, все вместе перебегаем. Перед мордой не бегаем. По консерве дайте сальву. Угу. Народ, последовательность танков. Первым берет Аляр, вторым берет консерва, третьим берет Вайперин. 7-8 стаков на боссе, они меняются. Мы от взрыва умерли, Тася. Я что-то видела, это я про первое на поле взрывы. Ревастик, у нас руи нет. Успешно завершено. Может, я что-то неправильно сделал или что было? Нет, там Никита взорвал вторую рану. Я релогу с ДБМ вырублю. Так в груди не было стаков. Или я ошибаюсь? Один стак. Да, поставьте кто-нибудь столик потом, пожалуйста. Сразу раба стоит.
Снимайте, пожалуйста. Тимур, ты к нам в шкаф. Слушай, Стася, если нам сегодня Нед заблочит. А чего нам его сегодня заблочит? Да там же по всем городам сейчас протесты идут, блядь, люди повыходили. Че за протесты? Думаешь, опять сделают эту хуйню? Домой я не знаю. Потому что пишут уже, что телегу начали блочить частично. Ну не заблочат. Ну вон я сейчас стрим смотрю, там Минск уже задерживают. Пусть я сейчас быстро всех позабираю, блядь. Это минус пол рейда получается? Да. Чисто в Беларусь улетело в пермач. А кого там сумонит? Все это. Вот. Кушаем рыбку, фуриба. Давайте бафы. По крестам каску можно? Инспектор. Тотемыч. Чё? Готов? Нет. Готовься. Нет, инты нет, и лап. Я могу быть готов. Так, ты не ок. Если кого-то поднимаем, сразу лапа с тебя. Все еще нет лапа. Есть. Отлично. Погнали. Спасибо за репов, как говорится. Не за что, простите, почаще. Там Оля приз просит каску. Тас, я уже все вытащил. Давай потом. Лора, вот сверка на тебе, видишь, тебя выбрала в таргет и идет к тебе. Ты просто отойди от рейда и жди, пока ее взорвут. Там ее не взрываешь. Уничтожение успешно завершено. Консервы, что, поднимайте уже? Пиар, если что, в себя сам отдаешь. За боссом. Пайв Дрима поднимаем. Моя свет на вас. Не взорву. Станьте ближе в лужу. Как дрема еще поднять там? Не сейчас. Переводим. Аккуратно переводят, перед мордой не бегаем. Перемещаемся, РДДшники все вместе одним кемпом стараемся. Аляра там не теряйте в агролисте. Пометки сразу.
Пиар на тебе, сверка, чуть-чуть отойдешь от рейда. Ляру можно чуть поднять. Ляр, сам подбивай. Там консервом вторым висит. Кидайте сальву. Аляра. Дать опасный взрыв. Аляр будет следующим. Дайте один потом. Наступает один фамонитель. После Аляра будет Five Dream. Подзарядка, готовимся. Переходим. Five Dream сдайте. Отворачивай сразу его. Five Dream поднимаем. Готовьте сальву по Аляру. Дойдем. Сальву по Аляру, если по-моему. Тиммер, пожалуйста, по хилам. И держим. И раскидываем. Френдик, тебя тоже касается. Следующим будет консерва. Инспектор в рейде со сверкой, немножко отходи. Ближе стали. Фрэнзик может отойти от рейда, дать по килу ребайр. Только отойди от рейда. Захил сразу фулл ребаф. Он так и дает мой танк на пол, я не знаю. Серво забрал. На пол Валиару. Валиарчика поднимайте. Подзарядка, готовимся. Перед мордой не бегаем. Аляр следующий выбирает. Пометочки сюда все. По консерве готовьте сальву. Нормально, Аляр так скоро. Хорошо. Пороги дайте. Он больше ходить не будет. Сферу выносим от рейда. Рята. Беги, блядь. Пиздец. Было очень опасно. Ой, ты хоть отходи от рейда как-то. Так, Five Dream забрать. По Аляру. Сальву. Уничтожение успешно завершено. Счет всего.
Нормально, сидим два танка. Ляра можно не поднимать, смысла нет. Ой, чуть дальше отойди, пожалуйста, с этой сферой. Давайте там близко с рейдом. Даю лангена. Станьте чуть ближе. Если есть гимн, можно гимн еще один сдать, адмирал. Извините, вот вас. На 30% гера. Он серва забрал. Спектр на тебе. От рейда отнесли. Ты видишь, что он идет по прямой возле рейда? Уничтожение успешно завершено. Варианты Инер, если есть. Френзи. Френзик, аккуратно агро. Кинуть. Вайвдрима на плюс есть. По консерве сальву. Лёва, набьёшь или мне стопать? Стопай. Бей, бей. У вас разница дофига. Про тебя говорит. Ай, бей. Дайте на полу в консерв. Один, а не все. Все, два дали. Флора пока не отдавай. Флора и не отдает. То есть, когда 10 миллионов, нужно все. Да. Адмирал, сферу вынеси с рейда. Все уже назад. Гимн сдаю. Давай. Катились. И сейвов есть что-нибудь по консерве? У меня все есть. Сова, да, Имр? Уже залетел, да. Сыграли. Они с тобой, Саня, сыгрались. Хорошо. Чего вы его не могли убить? Опа, апельсинка упала. Так, господа, как мы уже говорили, печенька по приору, остальное порол. А что делать, если она-то нет? Ничего. Убили? Приору, да, там по приору Алиру заберет. Нахуя приора. Поэтому замена. Так, по ИП, тем, кто был на замене на первом рейде, у вас ИП не будет. Я сейчас буду пересматривать, все, кто есть в рейде. Тем, кто не был на замене, кому не накидывалось за первый рейд, тем будет докинуто. Тася, я релогуюсь, мне не терпится посмотреть.
хорошо. Собственно, у меня и так все готово. Космо. Космо? Я не знаю, нахуй он тебе нужен. Что выпало-то? Персин. Голова бесполезна. Голова на космосе нормально идет. Космо, сейчас посмотрю, потом второй был, если что, отдашь. Нашу птичку. Какую нахуй птичку? Все, робот, чё? Ой, очень быстро. Что? Птичку они хотят. Берзи мои слова. Пошли птичку. Да. Издеваешься? Потом еще и соляру потравим, пойдем. Лёва, ты издеваешься? Я... Мне нормально все, поехали. Не надо. Лёва, ты в порядке? Ты скажи нам. А Саня спроси. Саня хуй соси. А чё, давайте мы без Фени обойдемся. Поддерживаю. Да, в смысле, мы и сильные. Нет, да, только что мы не сильные. Ну вот, раз. Не сила, мы мощь. Космо, там Френзик был вторым после тебя, но случай. А нет, не идем, мы не ждем. Все, господа, ровно сегодня. План выполнен. Они поверили в тебя. Ну, такие сильные побежали быстрее на этого. 4К и ПЛ. Сильные побежали. Вы можете ливать спать, потому что я сделал скрин, сейчас я буду смотреть по этому, по скринчику, кто у нас без ЕП. Сейчас это инспектор сворует тактики. Что? Я говорю, сейчас ты тактики своруешь. А для кого? Для кого статик. Нихрена не понятно.